Друзья, всем огромнейший привет. Пасмурное небо, совершенно питерское, типичное, ну, сверхтипичное такое. Солнышко не было уже очень давно. Дождик был, снег немножко был. Солнышко было буквально несколько минут, и я умудрилась отснять какое-то видео. Не помню, как раз вот, наверное, вот по этой подруге был видосик. Захватила солнечные вот эти минуты. Кстати, она еще жива. Знаете, как ругались подписчики? Ну, не все, а одна, наверное, только. Ну, может быть, и несколько. Сказали, что все я сделала неправильно. Ребята, а как я могу сделать правильно? Если ей, это Венерина мухоловка, ей полагается зимой прохлада. По статусу. Но она уже отрастила молодые листья. Это проснувшееся растение. Я же покупала ее из теплого магазина. Так а что же? Отправлять снова ее в холод? Она не готова. Проснувшееся растение отправлять снова в холод? Ну, извините. Это слишком для меня смело. Вот. Это присказка. Я хочу сказать про другое. Знаете, я уже который год замечаю, что как только начинает день прибывать, растения оживляются. То есть не в феврале-марте, а в конце декабря. Вот выходишь на кухню, хопа, смотришь, у твоего алоэ какой-то неожиданно такой свежий цвет. То есть вот эти вот 2-3 дня, когда прибывает солнце, уже дали что-то. Сегодня 25 декабря. 22 был самый короткий день. И все, растения среагировали. У них вот более свежая окраска молодых листьев. Оживленность какая-то. Ну, конечно, она выражается прежде всего именно в изменении окраски. И этого нельзя не заметить. И я замечаю уже который год. Сначала думала, что может быть совпадение, может быть показалось, но нет. Кстати, вот ананасик. Я вам показывала, когда вот эти вот молодые ростки были совсем-совсем маленькими. Вот такими. А вот в таком возрасте вы еще не видели. Кстати, тут был какой-то момент, не знаю, сейчас увижу или нет, он своим листом проткнул свой же лист. Ой, а где это? Может, тот лист проткнутый уже отсох? Прямо раз и пронзил листочком остреньким. Более старый лист. Этих ростков два. Я не знаю, выживут ли они. Совершенно не знаю, как нужно ананас поливать в зимнюю пору. Вот эти желтые листья меня не пугают. Я думаю, что так и должно быть. А вот молодые, мне каждый раз думается, что ой, они какие-то сухие, какие-то они такие жесткие. Какая-то поверхность листа у них чуть-чуть серебристая. Как неживая. Но, видимо, они такими должны быть, потому что они растут и растут. И мои опасения им по барабану. Кстати, не знаю, можно ли влажной тряпкой протереть зимой или не стоит. Пусть уж до весны. Посмотрите, Колюс, уж на что это вот растение, которое зимой всегда бледненькая, да? Или у вас бывают яркие колеусы зимой? Напишите тоже, пожалуйста. Потому что у нас в группе недавно встал вопрос. Вот. Даша написала, что зимой колеусы... Кто-то написал такое слово. Горят, не горят. Ну, вот не в смысле какое-то удобрение горит растение, а в смысле сияет. И вот Даша сказала, что... Зимой с ними такого нет, чтобы они там сияли, горели. Так вот, посмотрите, как за эти пару дней тоже они оживились. Ну, прям вот весна-весна.
да? Это кормовое у меня растение, напоминаю, для улиток. Поэтому выглядит вот так вот. Нарочно показываю с этой стороны, чтобы было понятно, что всю зиму я его отрывала и отрывала. Кстати, в отношении колюса, вы не бойтесь его весной обрезать. Прям вот основательно вот так. Он разрастется и будет очень красивый куст. Это быстрорастущее растение. Это не комнатное, это тоже корм. Тыква. Тывка. Тыковка. Мы это едим. Улитки, конечно, не люди. Так, что еще? Вот это показать? Это я могу показать. Только тогда подождите немножко. Ладно. Что там у нас? Ну, вот знаете что? На самом деле мох зимой вытягивается. Видимо, это все-таки летнее удовольствие. И вообще здесь лысенько. Там он кто-то сгнил. Не надо хлорофитом сажать в такие места. Сейчас мы туда что-нибудь воткнем. Давайте. Пустое место. Так, я сейчас, как всегда, начну рассказывать, что совершенно не понимаю, как люди умудряются на камеру что-то делать. А ведь умудряются. Вот интересно, если я вот так воткну, потом не вернусь сюда, чтобы переделать, а так и оставлю. Получится ли толк от растения, посаженного на камеру? Дальше. Ну, вот это мы, наверное, не будем, да, смотреть, потому что там тоже мох. И тоже... Нет, уж рассказала, надо показывать. Ну, вытягивается. Так. А, кстати, то, что фитония растет в мху, это совершеннейшая ошибка. Ребята, очень не советую. Вам видно ее? Не советую. Вы сами видите. Я потом попытаюсь освоить фитонию и ее выращивание. Очень нас всех раззадорил Кирилл Сопкин в беседе. Он очень заинтересовался этим растением. И, наверное, я весной попытаюсь все-таки заняться фитонией. Но здесь всегда было живенько, всю зиму. Здесь прям такие субтропики получились. Ну, влажность, потому что высокая. Тут не на что жаловаться. Вот, собственно, так это все выглядит. Ну, не думаю, что это иллюзия. Так, а здесь живо что-то? Что у нас тут такое? Угу, миртик. Тоже вполне живёхонек. Закроем обратно. Да, и еще я хотела сказать, еще раз подчеркнуть, что имеет значение все-таки не интенсивность освещения, вот у нас пасмурно, а имеет значение именно длина светового дня. Так что, господа, делитесь, а как ваши растения чувствуют себя? И как они выглядят в конце декабря? Всем спасибо за внимание. Всем пока.